Всем привет! Пока в Италии, думала, не буду снимать видео про сельское хозяйство, про животных. Ну вот, подвернулась возможность снять про животных. Мы у родственников, а они занимаются агритуризмом. У них рестораны и комнаты, ну как квартиры сдают. И вот у них есть животные. Сейчас проведу вам небольшую экскурсию. Это ослик, его зовут Артуро. Артуро! Артуро! Очень хороший ослик. Ой, так он, кстати, большой достаточно. По сравнению со мной. Вот какой он, какие уши. Артуро! Сейчас пойдем смотреть других животных. Вот такие козочки. Это... Аккуратненький огородик. Вот такие петухи и курочки. Не знаю, есть здесь курочки или нет. Такое ощущение, как будто все петухи большие. Хрюши. Не видно. Вот один валяется. Попробуем. А вот второй лучше. Хрюша. Вот еще курочки, цыплята, цесарки. Капито. Где? Кролики, кролики. Что коста мали, можно? Questo qua sta male. Oh, guarda qua, Andri. Oh, che manchia. Жарко очень. Наверное, градусов 30, если не больше сейчас. Да, блин. Вот так медитирована водичка. Непильно. Вот кормушки. Кушают комбикорм. Ну, я кстати, газом тут подвинула. Вот такие вот кролики. Вот такое содержание в Италии. Вот здесь маточники находятся. Ладно. Сидит тут, нету никого. Смотрим тут. Есть пол. Сейчас. Здесь тоже никого нету. Только там маленькие. Здесь вот такие крошечки. Раз, два, три, четыре, пять. А вот голуби, голубятни. Их домики. Вот такая вот ферма в Италии. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!